Впервые в истории Саудовской Аравии, известная как страна пустыни верблюдов, в северных регионах выпал снег. Снегопад накрыл регион Эль-Джауф и стал настоящей неожиданностью для местных жителей. По данным СМИ, снег начал идти в среду после обильных дождей и града. Снегопад в Эль-Джауфе создал потрясающую зимнюю картину. Горные районы покрылись белым покрывалом. Национальный метеорологический центр страны прогнозирует сохранение такой погоды, сопровождаемой сильными ветрами и грозами. Власти призвали жителей принять меры предосторожности и избегать поездок в районы с риском внезапных наводнений. Это яркий пример изменения климата. Необычные погодные условия наблюдаются в странах с традиционно засушливым климатом. Между тем, в расположенном гораздо севернее Узбекистане до сих пор не было настоящего снега.